messed up tonight. I lost another fight. Lost to myself, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground. But I always get up now. Всем привет-привет, с вами Челси. И сегодня я снимаю влог в свое воскресенье. Сегодня у нас день города и день России. День нашего города, 12 июня. И мы едем сейчас на рынок, чтобы кое-что купить. Я буду снимать на этом рынке. И я хотела бы вам показать свою новую сумку, которая вчера мне пришла с AliExpress. Я сейчас там много каких-то вещей заказываю. И вот такая сумка мне пришла. Это как бы панточка, она мятного цвета. Сделана из кожзама. И она очень красивая. Мне она очень нравится. Такая вот мятная. И у нее длинный-длинный ремешок. Как вы видите, я еду спереди сейчас. И вот в такой футболке. Ну, собственно, что не совсем важно. Ну и скоро мы приедем. Сейчас мы уже вышли с этого рынка, я сделала вам слайд-шоу с фотографией, и сейчас мы едем в супермаркет Магнит за продуктами, там я, скорее всего, тоже буду либо фоткать, либо что-нибудь сниму. И вот мы подъезжаем.
подъезжаем к Магниту, вот само бело-красное здание. И вот мы сейчас находимся в Магните, вот Магнит, и вот все, что мы купили. Мы купили для выпечки такой набор, печем дома, мраморный торт с мизлёночки, а также крем ванильный для печем дома, торт песочный. Еще тут есть макароны, мука и разные губки. Мы находимся в отделе фруктов и овощей. Тут вот мармеладки, и я захожу в отдел, где у нас обычно продают киндеры. Всякие тут отдел Несквик, шоколадки. И тут давайте посмотрим, что тут есть. Есть Angry Birds в новой обертке, но все еще со старой серии. Мармеладки Angry Birds, тубы Губка Боб, какие-то штучки с Monster High, ух, большие яйца с Софи Прекрасной, еще Angry Birds. Думаю, это спрей такой. Me and Me, свитбоксы, танки и котята. И яйца лапусиков. Вот такой вот небольшой у нас отдел. Но тут очень красивый. И здесь имеются мармеладки. Еще свитбоксы и котятки первой серии Карлсон. Тоже спрей, медальки «Холодное сердце». Так, что тут еще есть? Коко на тубе. Я делала обзор на такого. Киндеры. Тати Тедди. Копилки, тачки, большие яйца, тачки, Angry Birds. Зефирная косичка, кстати, вкусная. Тут всякие сосалки. Ну и, впрочем, вот это все наши обычные такие сюрпризы. И на кассе также имеются киндер-сюрпризы, но не из новых серий. Тут мармелад. И здесь довольно редкие смешарики, свитбоксы, целый блок, причем первой серии. И еще нашла такие жестяные коробочки Angry Birds, Король, Чак. И вроде вот это уже все. Тут есть такие вот Винни-Пух стаканчики и тачки-медальки. И также тут, конечно, я нашла киндер-сюрприз. Тут даже блоками есть и Джой есть. Ну вот, как видите, в серии Джой с тачками, Звездные войны, лицензионные коллекции, фиксики, одна из новых коллекций, и давнешние лески питомцы. Тоже там сзади еще стоят блоки. Это значит, что можно покупать целыми блоками или выбирать их. И тут какая-то супер конти, подарочная коробка с какой-то куклой. Уж откопала я тут. И, кстати, вот такой здесь большой ряд кружек. И, как я вам показывала, вот у меня такая вот кружка Angry Birds, вот такая. Очень красивый ряд. А здесь я хотела вам показать ряд игрушек. Тут небольшой ряд с подняшками Explorer Quest. Тут не все есть, но у нас в России, по крайней мере к нам в город, не завезли самую классную поняшку Percy Pink. Она фоновая. И есть тоже новые Explorer Quest шарнирные поняшки Apple Jack и Rainbow Dash. Вот Rainbow Dash. У меня есть Купа Мэль. Здесь разные журналы, и вот журнал «Пони» за июль с замечательной фигуркой Старлет Глимми, антистресс на краске. И скоро будет обзор на вот этот журнал за июль. Вот все, что мы купили. Вот и мы идем к кассе. И сейчас мы едем из Магнита и я ем вот эти чипсы, которые там купила. Naturals, Lawrence. Ну, я вам их советую, классические, вкусные. И вот мы сейчас приехали на еще один рынок, уже другой. И здесь уже торгуют овощами и фруктами. Вот мы выехали с рынка, где торгуют овощами и фруктами. Мы купили ящик черешни и какие-то еще овощи. И сейчас мы едем на следующий рынок за мясом. К Красинскому рынку, именно так он называется, здесь торгуют овощами и фруктами. Ну и мы вот отсюда сейчас зайдем внутрь. И при входе здесь стоят автоматы с игрушками за 20 рублей, большие капсулы, жвачки и попрыгунчики. Thank you.
что ж, сейчас мы уже выехали с рынка и едем домой. Ну, я бы хотела на этом закончить свой влог. Такой вот сегодня у меня получился день, и вечером я еще поеду кататься на велосипедах. Ну и на этом было все. Ждите новых видео. С вами была Челси. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока, всем печенька добра.